Добрый день! Мы находимся в ресторане «Теремок». Сегодня мы для вас будем готовить азиатское блюдо димлама. Это азиатское блюдо, которое в основном готовится из бараньего мяса и с курдючного жира. В него обязательно входят все зелени, петрушка, укроп, кориандр, по-азиатски он называется кинза. Все продукты можно приобрести в любом супермаркете. Но в димламу идут еще курдючный жир, который можно заказать в турецком магазине. Для этого нам нужно будет взять мякоть баранины, курдючное сало, картошечку, зеленую паприку, баклажаны, помидоры, морковку, лук-порей, белокочанную капусту и обязательно зелень, укроп, петрушку и кориандр. Берем раскаленный казан, в раскаленный казан кидаем мясо и курдючный жир. Обязательно посолим немножечко по вкусу и поперчим. Нарезаем лук-порей на 4-6 частей. И также закладываем аккуратненько в казан на слой мяса. После закладки лука обязательно немножко опять поперчить и немножечко посолить. Теперь берем морковку, разрезаем ее тоже на 4-6 частей. И точно так же аккуратненько закладываем поверх лука-порея. Берем картофель сорта мелих, для того, чтобы картофель успел пропариться. Нарезаем также на 4-6 частей каждую картошину и закладываем поверх морковки. Обязательно солим и перчим. Теперь берем болгарский перец и тоже разрезаем на 4-6 частей. Берем болгарский перец и закладываем поверх картофеля. Поверх паприки немножечко перчим и немножечко солим. Теперь берем баклажаны и также нарезаем на 6-8 частей. Теперь берем баклажаны и закладываем в казан поверх паприки. Берем обязательно соль и поверх баклажанов немножечко соли. Теперь берем белокочанную капусту и тоже ее разрезаем на 4-6 частей. Закладываем в казан поверх баклажанов. Берем соль, солим поверх капусты и немножечко перчим. Теперь берем веточки петрушки и укропа и раскладываем поверх капусты в казан. Берем помидоры и нарезаем их шайбами. И закладываем поверх укропа и петрушки в казан. Стараемся это делать поплотнее, для того, чтобы помидор дал свой сок. Берем соль. Солим и перчим. Берем пучок ароматного кориандра и закладываем его аккуратненько поверх помидор. Вот
казан закрываем. Через час домлама будет готова. Домлама у нас приготовилась. Для того, чтобы его выложить в блюдо, его нужно обязательно с казана выложить на дуршлаг. Выложили домламу на сито, берем шумовку и аккуратненько выкладываем на сервировочное блюдо. Берем весь витаминный сок от домламы и обязательно немножечко поливаем сверху. Берем целиком черри томатом и украшаем наше блюдо. Есть у нас еще чудо-паприка. Выкладываем ее по правой стороне блюда. Берем петрушечку. Укропчик. Зеленый лук. И все это вместе вкладываем с розами. Домлама готова. Приятного вам аппетита!